Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 6, урок 14. Решим задачи. Задача А. Длина прямоугольника 37 сантиметров. Это косвенная форма. На 14 сантиметров больше его ширины. Чему равен периметр прямоугольника? Первое действие. 37 отнимем 14. Так как длина больше, чем ширина. Длина 37 – это на 14 больше ширины. Значит, ширина на 14 меньше. 37 минус 14 будет 23. 23 – это ширина прямоугольника. Найдем его периметр. 37 прибавим 23. Получится 60. Плюс 37, плюс 23. Еще одна длина противолежащая и ширина. Тоже 60. Итого получается, что периметр данного прямоугольника равен 120 сантиметров. Ответ. 23 сантиметра ширина и 120 сантиметров периметр. Длина прямоугольника равна 87 сантиметров по условию задачи Б. А ширина на 28 сантиметров меньше. Значит, мы от 87 отнимаем 28 и находим ширину прямоугольника. Она равна 59 сантиметров. Чтобы найти периметр, мы должны все стороны данного прямоугольника сложить. То есть к длине 87 прибавить ширину 59, прибавить вторую длину 87 и прибавить вторую ширину 59. 87 и 59 будет 146. 146 плюс 146 получится 292. Таков периметр прямоугольника задачи Б. Ответ. 59 сантиметров ширина, 292 сантиметра периметр. Возникли вопросы? Оставьте свои комментарии под видео.